Всем привет! Вот с утра пораньше встали. Да? Ты куда собралась? Ты собираешься попугай? В роддом собралась. Все, поехала в роддом? Выбирать роддом. Ты что, еще не опаздываешь? Я, ну в принципе, мне уже пора, да. Уже как 5 минут надо выходить. Надо маме позвонить, все, она готова. Давай, сейчас позвоним. А ты-то готов? 10 минут. 10? Да, много 10. Ты че? Я уже готова. Мне сейчас обидно. Что так долго собираюсь? Он там куртки постели убирает. Мы наконец-то приехали, блин. Такой стресс я испытала. Вот это такой высокий роддом. Я здесь первый раз в жизни и не знала дорогу. Мы ехали по навигатору вообще. Несколько раз накосячили. Ой, это нельзя говорить. Но главное, нормально доехали. Бахилы надеваем. Хоть на улице не грязно, но ладно. Родной такой. Вот это тут местные врачи, я так понимаю. Ага, вот это тут, где рожают. Ванна, туалет. А, ванны нет, душ, да, только? Угу. Ясно. Туалет. Тут даже два шара. Да. А почему два, они разных размеров, да? Да, кому какое удобно. Ой, ничего себе. Проходите тоже. Там сумка. Она вниз, вверх еще опускается, или она такая высокая? Конечно, опускается, она меняется положение, вот это снимается, вот отдельно. Угу, ясно. То есть, а для... вот это, ребенка как принимать? Вот здесь я, да? Да, но здесь сильно. Конечно, тут будет целая бригада. Да? Да, просто мне просто ходить. И партнер здесь может быть? Да, может партнер. И можно выбрать позу, в которой рожать, да? Да, можно. Угу, ну здорово. Ясно. В любом случае на этом этаже, да? Шестой этаж? Да, шестой этаж. Это для... Вот такая палата. Да. Для после да. родов. Можно здесь. Если у вас дополнительная для ребеночка. Если у вас остался, то он оплачивает гостиничную сумку 7 тысяч. Если у вас хотел остаться, то он оплачивает 7 тысяч. Ну классно, даже такая кроватка есть. Халат, тапочки. Есть. Халат можно с собой не брать вообще. Можно не брать, но ну, выдается тут халат. Простынь или что-то. А так, чтобы так. Да, тут есть даже телевизор и Wi-Fi. Это круто очень. И стол. Можно компьютер ставить и даже работать. Это вот туалет такой. Ну какая попадет? Ага. Куда попадете? И а тут вот душевая. Ага. Нам с мамой так понравился врач и клиника, что мы определились уже и решили это отметить. В моем любимом Korean House. Нам такие вкусные закусочки принесли. Такая вкуснятина. Это я еще полпорции заказала. Порция здоровая. Мама попробует хоть укуси. Настоящее вкусное. Вот это мое любимое теперь блюдо. Это сыр тофу в кляре. И там внутри мяса немного. Объедение. Мы с Климкой легли поспать. Все, глазки закрываем. У меня глазки не закрываются. В общем, как я и предполагала, Сабель едет с Климом спереди, а я сзади. Папа, да. Нам надо ехать назад. Вперед. Папа, так, нам нужно ехать обратно, знаешь? Куда обратно? Обратно домой, где там галазист все. А что, подводная лодка в гаражах? Я, в общем, определилась с роддомом. Мне очень понравилось. Понравилось там, да? Роддом сам вообще пипец круто. Отношения, да? Да, знаешь, папа, это как у нас. Нам сын, нужно не сын. Туда. Сын, а мы за подводной лодкой едем, нет? Да. Ну это я правильно тогда еду. Где у меня навигатор? Да.
Ты? Все правильно. Ты мой навигатор, эту ручку вытащи. Куда нам сейчас ехать надо? Туда, на Ева. Все правильно. Он всех чуваков разгонял, когда мы ехали. Да? Ага. Вот видишь, куда Но далеко, блин. А мы вообще доедем? Почему не доедем? Я по дороге не рожу. Ой, у тебя 8 часов будет на... Второй раз быстрее. Ну ладно, 6. Вот. Папа, там вот пешеход, дура ты. Папа, там достоквартира. Сейчас. Папа, ты классно знаешь, где магазин достоквартира, да? Конечно. Наконец-то Саня принес. Ой, наконец-то. Еще мухи-то ни одной не прилетело. Мухи летят по утрам еще как. А какая отсюда, ты не помнишь? Выгоняй их, нет. Выгоняй, что-то кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Как воробьев? Да. Ну давай объясняй. Объясняй. Это нужно кидать ногами. И бросать камешка. Это командный, в первую очередь. Это командный? Это командная игла. Ага. Ты говоришь... Что когда они не работают, они скучают. А я тебе говорил, что когда они не работают, они наоборот радуются. Да я уже знаю, это базарники. Да, молодец. Классный виноград. Мальчишки виноград. Классный виноград. Мальчишки виноград. Ну взял, задышал на камеру. Деревья мои, туманы, маны. Нет, что? Ну это слишком прям легко. Сыночка. Ну это спать. Да. А-а-а-а. Давай теперь ты мне загадываешь. Смысл этой игры тоже. Ты не млекопитающее, ты рептилия. Угу. Ты откладываешь яйца. Угу. И ты родственник динозавров. Саня сам себе на завтра складывает пельмени. 4 еще осталось, будешь? Это чудо из чудес. И сверху еще масло, чтобы ничего не слиплось. Хотя масло там уже есть посередине и сверху. Пока-пока.